Красногорской детской музыкальной школе состоялся концерт, посвященный Дню Учителя. К этому традиционному мероприятию ученики школы отнеслись очень ответственно и творчески. Совместно с педагогами они исполнили композиции разных музыкантов, а также русские народные песни. Директор школы Ирина Прудникова под аккомпанемент фортепиано исполнила песню Исаака Дунаевского «Звать любовь не надо». Учителем года признана концертмейстер и заместитель директора по воспитательной работе Ксения Захарина.